У нас первое занятие сегодня моего семинара, который называется «История и культура Александрийских евреев». Как и все мои семинары и занятия, он не преследует цель заставить вас стать исследователями Александрийского еврейства или талмудического еврейства, но я пытаюсь научить вас читать источники, поставить вам руку. Это, собственно, и есть весь смысл занятия в университете – поставить руку, да, как с репачам. И что такое читать источники? Зачем мы читаем источники, как вы думаете? Зачем читают тексты историки? Не филологи, а именно историки. Потому что в них отражены все факты, все события, происходившие. Мы хотим из этих источников, из текстов, извлечь факты. Так? Да. Что мы имеем в виду под фактами? Вот вы уже сказали события, да? Там 7-летняя война, 30-летняя война, Великая Отечественная война, Холокост и прочие вещи, да? Они отражены в источниках. Что мы хотим относительно этих фактов узнать, прежде всего? Ну, узнать то, как это рассматривается, например, ну, разными сторонами. То есть, ну, если это военный конфликт, то как противники описывают это событие? А зачем нам это нужно? Просто чтобы знать, а как они описывают? Ну, видимо, для объективного взгляда, а не однобокого. Что интересует историка прежде всего, когда он подходит к какому-нибудь событию? Вот всегда с чего начинается, как по-вашему? Вот книга, монография Первой мировой войны, с чего она начинается? Что прежде всего? Вот в первой же главе будет. Первая мировая война. Первая же глава. Какая она будет? Посылки. Причины. Причины. С чего это вдруг? Среди полного рассвета и процветания, и открытости, и глобализма, и при том, что люди ездили взад-вперед по Европе, русские туристы катались по Италии и Швейцарии, английские и американские туристы катались по Франции. Чего это вдруг все кинулись, вцепились друг к другу в глотку? И толпы бушевали на площадях в Санкт-Петербурге, в Лондоне, в Вене с требованием там на Белград, на Москву, на Париж, на Берлин. Цветами осыпали солдат. Зачем? Почему? Если мы хотим понять эти причины и предпосылки, то куда мы прежде всего в текстах обращаемся? Что мы из текстов пытаемся при этом извлечь? Как нам тексты могут это дать? Куда они нас направят в первую очередь? Почему человек делает то или иное действие? Допустим, я не знаю, приготавливает себе завтрак или решает пойти или не пойти ему в этот день на занятие. Для начала, что у него где возникает? Я уже когда ты записываешь. Да. Рекординг, видишь? Ну, для начала у него возникает желание. Вот, вот. У него что-то должно произойти в голове, да? В голове. Без этого ничего делать не будет, да? В голове. Он должен решить, что он это будет делать. И у него в голове должно быть какое-то побуждение, какой-то стимул к тому, чтобы делать именно это. Например, начать войну. Это очень сильное должно быть побуждение, да? То есть вы живете в относительном комфорте, в Бельетаже, в Париже или в Санкт-Петербурге, и вам надо все это бросить, полезть в вонючие окопы добровольцев. Чего ради? Что-то должно вас к этому подвигнуть.
Поэтому уже Филон Александристий, о котором я вам много раз рассказывал, он говорил, что война начинается в головах. Сначала в голове, потом уже на поле битвы. Да? Значит, то, что прежде всего и больше всего мы извлекаем из источников, это причины тех или иных событий, движущие силы, побуждения. Теперь, если мы подходим к этим побуждениям, то у нас, опять-таки, в источниках могут быть рассказы про то, как Черчилль, допустим, подумал, а вот я должен сделать это, а этот вот мерзавец, там, Чемберлен, он неправильно все думает, он думает, что он мир получит с Германией, а на самом деле те, кто хотят получить такой мир, они получают и войну, и еще позор. И у него это было в голове, он в соответствии с этим считал, что нужно воевать. Да? Не нужно отдавать, допустим, Чехословакию немцам. И это те побуждения, которые лежат на поверхности. Мы это прочтем в мемуарах, мы это прочтем в журнальных статьях, мы это прочтем в дневниках. Это относительно легко. Когда вы будете писать вашу курсовую, дипломную диссертацию, это то, что вы прежде всего будете делать. Пересказывать то, как сами действующие лица описывали свои побуждения. Это понятно то, что я говорю? Mm-hmm. Да, ребят? Да. Но сложность и интерес исторического повествования состоят в том исследовании, что на самом деле человек сплошь и рядом поступает так, и у него инсентив, и побудитель его именно такой, который ему не ясен. Он думает, что он делает это ради того-то и того-то, а на самом деле он не ради этого делает. Что у него... Одну секунду. На самом деле у него работает сплошь и рядом не сознание, а подсознание. И причины, и побуждения его собственных действий ему сплошь и рядом не ясны. Или даже если он догадывается, он об этом не напишет. Ни в дневнике, ни в письмах, ни в, значит, ни в статьях. Да? Одну секунду. Ни в дневнике, ни в письмах, ни в статьях. Как же мы вытащим эти вещи? Как вы думаете? И что это за вещи? Что это за побуждение? Что может толкнуть человека без того, чтобы он даже это осознавал? Ну, его отношение к чему-либо. Отношение, attitude. Ленин просит, чтобы ты его выслал. Значит, это его побуждение, отношение, да? Эти побуждения, которые ему самому не ясны, что они собой представляют? Вспомните начало 20 века, Фрейда и тому подобное. Это что такое? Ну, это всякое бессознательное. Бессознательное. Кроме Фрейда, целый ряд философов, Леви Брюль и другие, они писали о бессознательном. Человек есть бессознательное. И что такое это бессознательное? Это миф. У человека в голове мифы. Эти мифы сплошь и рядом идут аж от каменного века, от неандертальцев. Потому что уже неандертальцы, например, красили своих покойников в разный цвет, охрой. И так их находят, вот, скелеты, покрашенные охрой. У них уже было представление о том, и сворачивали их наподобие младенцев в чреве матери. И у них уже было представление о том, что человек возрождается в земле, как в чреве матери. Да? Но это какие-нибудь эдиповы комплексы и прочие вещи, которые работают бессознательно. Но эти уходящие в каменный век вещи нас интересовать не будут. А нас будут интересовать те мифы и те стереотипы, которые сложились внутри цивилизации.
внутри христианской цивилизации, внутри исламской цивилизации, внутри буддийской цивилизации. Внутри каждой цивилизации существуют свои мифы и стереотипы, которые воспроизводятся снова и снова и толкают человека к тем или иным действиям. Ну вот мы можем взять такую замечательную вещь. Я, по-моему, вам рассказывал про египетский поход Наполеона или не рассказывал? Не рассказывал? На первом курсе. Вроде я не помню. Не помните? Как вы думаете, зачем Наполеон отправился завоевывать Египет? Зачем он ему понадобился? В начале уже своей карьеры он только первые победные походы в Италию совершил, разгромил австрийцев, вернулся торжественно в Париж и после этого отправился завоевывать Египет. Чего это? Ну, изобразить какого-нибудь Александра Македонского из себя. Совершенно верно. То есть историки пишут, если вы почитаете монографии Толстой, там будет написано, что он хотел добраться до Индии, которая была как бы бриллиантом в короне Британской империи. Да? И для этого ему нужен был Египет, чтобы отрезать египтян от Индии, чтобы потом добраться до Индии. Но это полная чушь. То есть между Египтом и Францией лежало Средиземное море. На Средиземном море курсировал английский флот во главе с Нельсоном, который моментально отрезал армию Бонапарта от Франции. То есть Бонапарту удалось проскользнуть в Александрию благодаря тому, что у Нельсона были слишком быстрые корабли. Он быстро приплыл в Александрию, потому что ему донесли шпионы. Значит, и спросил мамлюков, нет ли у вас тут Наполеона. На что они ему ответили чем-то типа того, а чего? Значит, тогда он поплыл в Стамбул, решив, что Наполеон отправился в Стамбул. В Стамбуле он его тоже не обнаружил. Он вернулся в Египет, и там уже разгромил флот Наполеона, потопил его и отрезал Наполеона от Франции. То есть это с военной точки зрения и с политической не имело никакого смысла. Но вы совершенно правы, Гоша. У него был пример, сначала пример Цезаря, который завоевал Египет. Потом у него был пример, на который ориентировался Цезарь. А Цезарь брал себе в пример Александра Македонского, который из Египта, то есть который дошел до Индии. Причем тоже ему это ни зачем не нужно было, ни с военной, ни с политической, ни с финансовой точки зрения. То есть он завоевал уже всю Персидскую империю к тому времени. И дальше через горы Гиндукуша в сандаликах, представляете, этих македонских солдат, которые поперлись через эти горы Гиндукуша по снегу в Индию воевать со слонами. Это абсолютно никому не нужно. Зачем это Александру Македонскому, как вы думаете? Потому что он потомок Диониса, бога вина, который когда-то завоевал Индию, сидя верхом на гепарде. А его окружали при этом вакханки, сатиры, и сзади вели, значит, якобы пьяного дядю Селена. Значит, вот это то, зачем... И это не последнее в мифах, которые образовывали политику Наполеона. Значит, в 1804 году он притащил в Париж папу римского и заставил короновать его императора. Не королем, королевская власть была свергнута во Франции, а императором. Зачем императором французов? Как вы думаете, зачем ему это было? И почему именно император? Ну, видимо, это опять-таки в римской традиции, и императором не только для того, чтобы подражать, но и якобы создать, ну, такой, как то, что, ну, чтобы быть отцом не только французов, а еще и из захваченных территорий народов. А тогда почему императором французов? То, что римская традиция, вы совершенно правы. Допустим, он воскресил римских орлов. У него вот эти вот значки легионов. Да.
Но император французов это тоже не зря. Потому что та империя, на которую ориентировался, это не просто Римская империя, это еще одна империя. Какая это империя? И почему Папа Римский короновал? Кого Папа Римский короновал императором до Наполеона? Карла Великого. Он воскресил империю Карла Великого. Значит, а чтобы воскресить империю Карла Великого, ему было уничтожить нужно другую империю, которая претендовала на то же преемство. И что же это за империя была? Это была Священная Римская империя германской нации, основанная Оттоном некогда. И последним императором был Франц II Габсбург, который в 1806 году под напором Наполеона был вынужден отказаться ликвидировать эту самую империю, если сложить в себя эту корону. Таким образом, он занял место Карла Великого. А Габсбургам пришлось в результате тому же Францу II в 804 году, когда Наполеон стал императором, ему пришлось объявить себя императором австрийским, чтобы опять-таки поддержать традицию. А после того, как Наполеон был разгромлен, в Вене уже не воскресили Священную Римскую империю, но создали Священный Союз. Меттерних создал, помните? В котором господствовала Россия тогда, между прочим. И похоронил этот самый Священный Союз еще один император, Наполеон III. То есть перед нами просто череда, казалось бы, безумных поступков, которые определялись мифами. Если мы посмотрим дальше, мы найдем Третий Райх. Сначала Второй Райх, потом Третий Райх. Второй Райх – это воскрешение, которое основал ли Бисмарк вместе с прусским королем. Да? Это воскрешение Первого Райха, то есть основанного Оттоном и погребенного Наполеоном. А Третий Райх, который создал уже Гитлер, это вот тысячелетнее царство. И это еще сложнее. Я не буду туда углубляться. Вот вам стимулы, которые побуждают человека к действию осознанно или неосознанно. И мы не поймем эти действия, если мы не понимаем этих стереотипов. Теперь поскольку речь идет о христианской цивилизации, внутри которой мы существуем, то эти стереотипы, естественно, коренятся в каком тексте? Прежде всего. В Евангелии? В Библии. В Библии. Ну, да. В Новом Завете и в Ветхом Завете. В творениях отцов церкви, во всем том капитале, который был накоплен, прежде всего, ранним христианством и патристикой. Да? И мы ничего не поймем без этого. Если мы обратимся к еврейской истории, которая, по крайней мере, на пространствах Европы и Ближнего Востока разворачивалась внутри христианской истории в значительной степени, то опять-таки нам нужно понять, чем определялось отношение христиан к евреям. И определялось оно, опять-таки, не какими-то социально-экономическими причинами, которые, возможно, тоже были, а мифом. И внутри этого мифа евреи, с одной стороны, были избранным народом, ибо так они были описаны в Библии, как избранный народ. С другой стороны, они были замещены церковью, как новым избранным народом. С третьей стороны, как писал апостол Павел в послании римлянам, обетования не ложны. То есть те обещания, которые Бог дал евреям, Израилю по плоти, они не ложны, они продолжают существовать. Таким образом, христианство с самого начала столкнулось с тяжелейшей проблемой. С одной стороны, церковь замещает ветхий Израиль, Израиль по духу замещает Израиль по плоти. С другой стороны,
Израиль по плоти продолжает оставаться избранным народом. И в качестве такового, как сказано в том же послании Римлянам, весь войдет в Царствие Небесное в конце времен. И, имея дело вот с такой вот проблемой, церковь решала ее, христианство решало ее трояким путем. Либо, так как предлагал Августин Блаженный, не уничтожать евреев, но их всячески унижать с тем, что в конце времен они опомнились. Либо, так как, допустим, английские, американские евангелисты-сионисты в 19-20 веке способствовать созданию еврейского государства, ибо это предвестие прихода Мессии, либо, так как действовала испанская корона во времена Фердинанда и Изабеллы, английская корона, французская корона, изгонять евреев с тем, чтобы они или убрались, или обратились в христианство. Наконец, был еще один вариант, опробованный в 20 веке Гитлером. То есть окончательное решение еврейского вопроса. Значит, это не определялось, то есть мы можем найти те или иные экономические обоснования, допустим, Фердинанду и Изабелле очень хотелось денег еврейских. И им действительно хотелось. Но если бы не было вот этого мифологического основания, вероятно, не было бы и вот того, что произошло. Это понятно то, что я говорю, да? Да. И в этом смысле история Александрийского еврейства безумно интересна. Она безумно интересна, во-первых, разворачиванием событий, которые много раз повторялись в еврейской истории. Сначала евреи появляются в Александрии в качестве рабов, то есть либо в качестве переселенцев, либо в качестве рабов. Затем происходит процветание, и вы об этом помните с первого курса, да? А затем вдруг out of the blue, как говорят американцы, да, катастрофа, холокост, полное уничтожение. Почему? И здесь нам, конечно, недостаточно подумать, почему так оно было со стороны александрийцев, которые еще не были христианами. Там христиан еще не было. А почему это со стороны евреев? Что было в головах у евреев? И что было в головах у александрийцев, у греков и у египтян, что вызвало вот этот вот взлет и крах? Какие внутренние мифы существовали в сознании людей того времени? Это понятно, о чем я говорю, да? И здесь нам надо обратиться к текстам. Текст, к которому мы сейчас обратимся, у вас он есть. Открыли вы его? Откройте, если еще не открыли. Это греческие и римские авторы об евреях. Том первый. Открыли? У меня просто... Да, я сижу с планшета, поэтому я сейчас открою, у меня видео пропадет. Если что, я здесь. Ну, смотрите, я могу вам читать, а вы потом за мной вслух, а вы за мной потом посмотрите, да? Как хотите, да? Значит, эта антология была в свое время составлена видным израильским, польского происхождения ученым Менахемом Штерном, который бежал в свое время из Польши в Палестину, когда там был английский мандат, и был убит палестинцем, уже став знаменитым профессором. Антология эта была переведена выдающимся, в общем, советским, российским филологом-классиком Ниной Бродинской, Ниной Владимировной Бродинской. То есть под ее редакцией был этот перевод. И мы с вами начнем не с Александрии и не с Иерусалима, а с города, в котором во многом решались судьбы евреев в античности. И этот город – Рим. Вот надо сказать, что этот треугольник
Рим, Иерусалим, Александрия, он опять-таки представляет собой некий мифологический стереотип в пределах христианской цивилизации. В свое время один из апологетов христианства ранних, Тертуллиан, писал, что общего между Римом и Иерусалимом, имея в виду не Рим как город, Иерусалим как город, а Рим как империя, Иерусалим как церковь христианская. Да? Это понятно? Да. А дальше встал вопрос, который пытаются решить современные историки, что общего между Александрией и Иерусалимом. Ибо Александрия – это был город, где процветало эллинистическое еврейство, перешедшее на греческий язык, писавшее на греческом языке, создавшее фантастическую эллинистическую еврейскую культуру, которая как бы была предшественницей диаспоральных еврейских культур, арабской, испанской, немецкой, российской, да? Культура, которая рухнула, но тем не менее оставила богатейшее наследство. И наследство это досталось не евреям, оно досталось христианам, ибо внутри христианской культуры уже существовали тексты и Филона Александрийского, и других его собратьев. Да? Вот Рим и Иерусалим. Что общего между Римом и Иерусалимом? Удивительным образом эта самая общность и эта связка осознавалась в древности и осознается сейчас. В древности, в III веке, рабби Ашуа бен Леви якобы беседовал с Элияу Анави, Ильей Пророком. Так? И он спросил Илью Пророка, где Машех, где Мессия? По-гречески вы помните, как Мессия будет? Не помните? Говорил Христос. То есть Христос означает помазанник, так же, как Машех. Мессия – это испорченное арамейско-греческое произношение еврейского слова Машех. Помазанник Божий, то есть царь. Значит, где Машех? И Элияу Анави ему отвечает – в Риме. И тогда рабби Ашуа бен Леви отправляется в Рим и находит у ворот Рима Машеха в облике прокаженного, который сидит и перематывает бинты. И он его спрашивает, когда ты придешь? На что ему Машех отвечает? Сегодня. Айом. Возвращается рабби Ашуа бен Леви и спрашивает, как ты сегодня? Он не пришел сегодня, он меня обманул. Неправда, отвечает ему Элияу Анави, Илья Пророк. В псалме, в 95-м псалме сказано, приду, если послушаетесь, им тышмеу. Вот когда вы послушаетесь, то я тут же и приду. То есть Машех сидит у ворот Рима. И похожее сказание мы находим в рассказах, в легендах о Петре, апостоле Петре. В 64-м году нашей эры, когда Нерон начал страшное гонение на христиан, Петр бежал из Рима. По дороге встретил Иисуса. «Господи, – спрашивает его Петр, – куда ты идешь? Quo vadis на латыни. Отсюда, между прочим, знаменитый роман польского автора «Quo vadis». «Куда идешь?» «Я иду в Рим, – ответил ему Иисус, – чтобы еще раз быть распятым». И после этого Петр возвращается в Рим, его там действительно распинают, причем вниз головой. Рим и Иерусалим. Машех должен прийти в Рим. Интересным образом мы видим повторение этого же самого в американском сериале
который называется «Мессайя» 2019 года. Вы смотрели этот сериал? Нет. Но я вам очень советую. Он висит в интернете, называется «Мессайя», «The Messiah», по-моему, да? Значит, 10 эпизодов. Мессия, по-арабски «Масси», появляется сначала в Дамаске, где он предотвращает взятие города ИГИЛом. А затем он идет в Иерусалим. А затем из Иерусалима перелетает в Вашингтон, который есть, естественно, не что иное, как Рим современный. Да? Недаром там стоит Капитолий, Капитолийский холм, который когда-то был в Риме. Да? Он и сейчас есть в Риме. Да? То есть события разворачиваются между Иерусалимом и центром империи. Священный город и центр империи. Так вот, мы обращаемся к Риму. И к Риму мы обращаемся сначала к римскому поэту, о котором вы, наверное, слышали. Его зовут Квин Гораций Флак. Слышали? Это один из трех великих поэтов, который определяет собой золотой век римской литературы. Значит, это Вергилий, Гораций, Овидий. Все они писали при императоре Августе, который, опять-таки, основал золотой век римского государства. И первым двум покровительствовал знаменитый меценат, приближенный Августу. Этого самого Горация иногда некоторые ученые считали евреем по происхождению, что, скорее всего, неправда. Основывались они на неясности его происхождения, ибо его отец был вольноотпущенник. Знаете, что такое вольноотпущенник в Риме? Ну, это, ну, получается, это должен быть бывший раб, но он все равно не был же как полноправный гражданин. Был. Значит, дело в том, что по римскому праву раб, которому римский гражданин давал манумиссию, то есть освобождение от рабства, немедленно становился римским гражданином, что было величайшей мечтой всего населения империи. Доходило до того, что мы читаем у Апулея «Метаморфоза» в «Золотом осле», что богатые провинциалы, сирийцы, например, продавали себя в рабство своим римским друзьям, чтобы быть освобожденными и получить римское гражданство. Поэтому мы не знаем, кто был папа его. Мы знаем только, что он был вольноотпущенником. А кто там был, сириец, гал, германец, мы не знаем. Этот самый вольноотпущенник жил в Венузии. Венузия – это италийский город на юге Италии, вдали от Рима. И составил себе капиталец. Вы меня слышите, ребята, да? Да. Он себе составил небольшой капитал на аукционах. Он был агентом аукционным. То есть получал свой процент небольшой с продажи на аукционе тех или иных предметов, вещей, земель и так далее. Но дальше он повел себя совершенно по-еврейски. То есть когда у него родился сын, вместо того, чтобы этого сына, будущего великого поэта, посылать в местную школу, куда богатые люди и знатные в этом городке посылали своих детей, он переехал в Рим, где жизнь была дорогая, где надо было заново начинать карьеру, чтобы отдать своего сына в римскую школу, частную, престижную. То есть выложился полностью с потрохами. Сын оказался безумно талантливым. И после того, как тот прошел и грамматическую, и риторическую школу в Риме, папа отправил его в Афины, в философскую школу за высшим образованием. Что ж, совсем требовало капитал. Пока ребенок обучался, в Риме происходили страшные события, гражданская война. Цезарь победил Помпея, вернулся в Рим в 44 году, его убили.
Первое время непонятно было, что случится потом. Убийцы Цезаря, Брут и Кассий, пытались склонить на свою сторону сенатскую аристократию. Против них было население Рима, плебейское, в том числе, видимо, евреи, которые участвовали в восстановлении колонны на месте сожжения Цезаря на погребальном костре. Но им пришлось в конечном счете бежать. Они бежали на восток со своей армией и какое-то время правили восточной частью Римской империи. А на западе в Италии образовался триумвират, куда вошли два полководца Цезаря, Лепид и Марк Антоний, и его племянник Октавиан, которого Юлий Цезарь сделал своим наследником. Вот этот второй так называемый триумвират объявил войну цареубийцам, и в 42 году при Филиппах, это город в Греции, современная вот греческая часть Македонии, город, основанный Филиппом, отцом Александра Македонского, при Филиппах произошла битва, в которой Брут и Кассий потерпели поражение и покончили жизнь самоубийством. Значит, Гораций, который был студентом в Афинах, он вступил в армию Брута и Кассия, добровольцем, вместе с прочей сенатской молодежью. Но он-то не был сенатской молодежью, он был сын вольноотпущенника, никто. Однако ему выдали должность военного трибуна, типа полковника, и он участвовал в битве при Филиппах. Здесь произошла совершенно позорная вещь, он бежал, скрывался, и после у него отобрали его наследство, его владение. Он остался нищим. Но тут Октавиан объявил амнистию, стал императором Августом, и Гораций вернулся, служил по финансовой части в Риме, в конторе квесторов, и заручился поддержкой мецената, который представил его Августу. Постепенно начал входить в Рим, в моду, писать стихи. И вот одно из этих стихотворений было переведено Пушкиным, и вы его наверняка знаете, я вам почитаю. Совершенно замечательно. Пушкин никогда при жизни не решался его опубликовать. «Кто из богов мне возвратил того, с кем первые походы и брани ужас я делил, когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил». Значит, он обращает эти строки Горации к своему приятелю Помпею Вару, с которым он воевал при Филиппах, но Помпей Вар не оставил, не бежал вот позорно, а присоединился потом к Сексту Помпею, долгое время воевал, и только после поражения Секста Помпея и окончания гражданских войн, после всеобщей амнистии, вернулся. Вот он вернулся, его приветствуют в своем домике маленьком Гораций и говорит: «Кто из богов мне возвратил того, с кем первые походы и брани ужас я делил, когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил». Призрак свободы – это у Пушкина, у Горация этого нет. «С кем я тревоги боевые в шатре за чашей забывал и кудри плющему витые сирийским миром умощал. Ты помнишь час ужасной битвы, когда я, трепетный верит, бежал, нечестно бросив щит, творя обеты и молитвы, как я боялся, как бежал, но Эрмий сам внезапной тучей меня покрыл и вдаль мчал, и спас от смерти неминучей». Вот теперь к нему приходит ты вот старый друг, и Гораций говорит: «А ты, любимец первый мой, ты снова в битвах очутился, и ныне в Рим-то возвратился мой домик темный и простой. Садись под сень моих пенатов, давай эти чаши, не жалей ни вин моих, ни ароматов. Венки готовы, мальчик, лей, — говорит он своему слуге. Теперь не кстати воздержание,
как дикий стив хочу я пить. Я с другом праздную свидание. Я рад рассудок утопить. И вот этих последних слов «я рад рассудок утопить» у Горация нет. Этой горечи того, что все равно плохо. Что вот это благоденствие мое при августе, оно плохо. И это то, что переживал Пушкин при Николае, когда он готов утопить свой рассудок, мечтая о том, чтобы к нему возвратился Пушкин, который когда-то в 25-м году навестил его изгнанника в Михайловском, а ныне во глубине сибирских руд отдыхает. Да? Это личное переживание Пушкина. Так вот, этот самый Гораций с его тонкой натурой, с его исключительно интеллектуальными переживаниями, он единственный из римлян его эпохи, первого века до нашей эры, кто положительно отзывается, то есть не то, что положительно, не отрицательно отзывается от евреев, не с ненавистью, не с презрением, хотя и с некоторой усмешкой, что и дало некоторым исследователям повод даже сказать, что он еврей по происхождению, что, скорее всего, не так. Как же он отзывается? Вот тут мы читаем антологию, хрестоматию. Мы открываем на странице, на странице 323 сначала. Гораций как раз, да? Гораций, да, вот он Гораций, угу. То, что нам надо. Идем на следующую страницу. Да, и вот это его юношеское, то есть не то чтобы юношеское, но один из первых его сборников, который называется «Сермонос», «Беседы» или «Сатиры», он там посвящает первой книге, четвертую сатиру, оправданию себя как поэта. На него нападают. Говорят, что вот ты пишешь свои сатиры, ты высмеиваешь людей, ты клевещешь, ты мерзавец. Он говорит, это не так. В Риме куча народу, которые действительно клевещут и которые заслуживают звания клеветников. Но мы поэты ни на кого не клевещем. Я не называю имен, я никого не презираю, ни с кем не спорю. Я просто описываю пороки и с усмешкой рассказываю о каких-то анонимных людях, которые вот эти пороки... которым эти пороки присущи. Я стараюсь, вот как у меня появится свободное время, сейчас же кинуться, и не на бумаге, конечно, но на папирусе записать. И это мой недостаток, я графоман. Но это небольшой недостаток. Я надеюсь, что этот недостаток вы мне простите, да? Вот это 127-й текст, видите его, да? Время свободное есть, а все это часто... Да. Это мой небольшой недостаток, я надеюсь, что вы мне простите. Прощать по-латински «concedere». Да? Если же вы мне не простите, если ты мне не простишь, говорит, обращайся к читателю, да? То тогда великая сила поэтов, подразделение поэтов, Магнус, придет мне на помощь, а ты знаешь, что нас очень много поэтов, и мы, подобно евреям, мы затащим себя, заставим тебя вступить в нашу толпу. Здесь игра слов. «Концедере» – это уступить
И консидер – это вступить. То есть если ты не уступишь мне вот в этом моем маленьком пороге, то я заставлю тебя вступить в нашу толпу поэтов. Подобно евреям. И что же это за подобие евреев, как вы думаете? Что делают евреи, что ему уподобятся поэты? Или они подобны поэтам? Как вы думаете? Кого и куда затаскивают евреи? Ну, ребята, как вы считаете? Непонятно? Это то, что мы называем на иврите гиюр, на греческом это прозелитизм. Прозелитизм. То есть евреи затаскивают к себе язычников, делая их евреями. Вы слышите, ребят, слышимость есть? Да. Это прозелитизм еврейский. И таких прозелитов в Риме было очень много. Причем они проходили две стадии обычно. Сначала это были так называемые субоманы тонтон по-гречески, или юрей шамаем, субоманы тонтон, боящиеся Бога, юрей шамаем, боящиеся небес на иврите, да? Которые ходили в синагогу, слушали проповеди, иногда соблюдали праздники, но еще не совершали гиюр. А гиюр – это, во-первых, крещение, то есть погружение в воду, в микву, да? Так же, как потом христиане совершали крещение. А во-вторых, для мужчин обрезание. И тогда этот человек становится по всем параметрам евреем. Да? Евреи этим активно занимались. Вот известное совершенно изречение Иисуса из Матфея, Евангелие от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы обходите сушу и море, дабы хотя бы одного сделать прозелитом. А после этого сделайте его сыном гиены вдвое больше, чем вы сами». Это говорит Иисус. Да? А вот что говорит Тацит. Это великий римский историк, который абсолютно евреев ненавидел и презирал. Мы потом с этим столкнемся. Он рассказывает о мероприятии, которое провел император Тиберий, преемник Августа, в 19 году нашей эры. В 19 году нашей эры в Сенате обсуждалось запрещение египетских и еврейских священнодействий, и отцы-сенаторы постановили 4000 вольноотпущенников, зараженных этим суеверием, то есть иудаизмом, и подходящего возраста вывести на остров Сардинию, пусть усмиряют тамошних разбойников. Если же из-за пагубного климата они перемрут, невелика потеря. Остальным предписывалось покинуть Италию, если до установленного срока они не отрекутся от нечестивых обрядов. Значит, здесь у нас имеются египетские суеверия и иудейские, еврейские суеверия. Но египетские суеверия – это культ кого? Помните? Слышали? Культ Исиды и Осириса, который очень активно распространялся в это время по Римской империи. А иудейские суеверия – это понятно что. Значит, слово «суеверие» знаете как по-английски? Не встречалось вам? Не встречалось вам это слово? Нет, вроде. Значит, по-английски это будет superstition. Оно происходит от латинского слова superstitio, которое, в свою очередь, происходит от глагола superstare – стоять над. Почему стоять над, не вполне понятно. То есть, то ли делать что-то чрезмерное, что-то дикое. Значит, superstitio, суеверие, римляне отличали от религио. То есть, дозволенной, правильной религии. А по-гречески суеверие будет Деиси даймония.
«дейсидаймонир», от глагола «дейдо», что значит «бояться», и от существительного «даймон», «демон», то есть «боязнь демонов». Демоны у греков – это как бы низшие божества. Вот с точки зрения римлян и греков, иудаизм – это суеверие. «Дейсидаймонир». Почему я об этом так подробно говорю? Потому что дальше в текстах вы будете встречаться с этим понятием суеверия, в обвинении евреев в том, что они суеверны, и что их религия есть не что иное, как суеверие. Значит, вот рассказ Тацита сводится к тому, что этим суеверием, оказывается, заряжена целая куча, огромное число, и прежде всего это вольноотпущенник. Что понятно, и иудаизм, и христианство прежде всего распространялись в городской среде и в среде как бы людей, которые не были на самом верху и не были на самом низу, и часто были как бы немножко на полях общества. Это вольноотпущенники, это женщины, сплошь рядом даже знатные женщины. Они больше всего иногда рабы. Но опять-таки рабы богатые, освободившиеся, они были первыми клиентами проповедников еврейских и христианских. И они очень активны были, оказывается, в Риме во времена уже Тиберия, да, и во времена Горация. И Гораций пишет об этом без злобы, скорее с насмешкой, и говорит о том, что мы, поэты, тоже сейчас вас затащим к себе, в свою веру. И вот будете все поэтами. Или же, по крайней мере, графоманами. А вот следующий текст Горация, 128-й, он как раз не то что обвиняет, а смеется над еврейским суеверием и вообще над суеверием. Да? Он описывает свою дорогу на Брундизи, то есть из Рима они отправлялись вместе с Вергилием и еще с командой высокопоставленных товарищей, они направлялись в Брундизи, это порт на Адриатическом море, и по дороге оказались в месте, где обычно совершалось чудо. То есть там клали ладан и прочие благовония на жертвенник, и дальше сверху сходил благодатный огонь. Ладан сам по себе начинал куриться и гореть. Это не еврейское чудо, не еврейское, это языческое, это местное, так сказать, вот языческий храм, к иудаизму он никакого отношения не имеет, но Гораций пишет: здесь нас хотели уверить, что будто на праге священном ладан без пламени треет у них. То есть втирали очки, да, что такое еще. Одному лишь Апелле иудею поверить тому, а не мне. Я учился верить, что боги беспечно живут, а если природа чудная, что производит, не с неба они посылают. То есть, короче говоря, с его точки зрения, он был поклонником Эпикура, в общем, человеком трезвомыслящим, богов он считал вообще, что они не вмешиваются в человеческую жизнь, и уж точно чудес никаких нет. А евреи, как писал тот же апостол Павел, требуют чудес. Простите, пожалуйста, я отойду буквально на минутку, ладно? Да-да-да. Нужно дверь открыть. Да. А евреи требуют чудес, писал апостол Павел. Греки хотят мудрости, а евреи требуют чудес. То есть они суеверны. И поэтому в качестве примера суеверия Гораций приводит Апеллу, еврею, какого-то его знакомого. Вот, в общем, таково отношение Горация к евреям. Оно не враждебное. Оно не хвалебное, но, по крайней мере, не враждебное. Что на фоне тогдашних римлян факт просто удивительный. И чтобы понять, чтобы удивиться этому факту, нам надо от Горация перейти к человеку, к его современнику старшему, к Цицерону. И Цицерон у нас, сейчас я вам скажу, где он у нас на 193-й странице. Идем на 193-ю страницу.
Анастасия, вы уже здесь? Или нет? Нашли, Гоша, вы нашли 193-ю страницу? Да, ребят, вы здесь? Алло. Звук не выключил конференцию. Нет. Алло, ребята, вы здесь? Почему нет? А, что он? А? Еще что-то? Почему нет? Не мой режим. Кто сегодня не слышит? Нас кто? А? Так, вы здесь? Появились здесь, нет? Нет, сейчас. Да, да. А, да. Все нормально? Не слышно, наверное, меня. Слышно, вас слышно уже. Конечно, а был, я вот я в чат пишу это, что меня... Я в чат пишу. Нормально, да? Слышно? А Анастасия... Я просто... Да, я здесь. Все, все восстановилось, все, что-то у нас случилось. Да. Так вот, мы обращаемся к этому самому, к Тациту, то есть, извините, к Сенеке, к Цицерону, простите. Мы обращаемся к Цицерону. Это у нас... Откройте 197-ю страницу. Нашли? Да. Да. Ну, слышали о том, кто такой Цицерон, да? Да. Это римский политик такого аристократического сенатского толка, оптимат. Это юрист, адвокат, ритор и философ. Философ такой посредственный, который просто занимался популяризацией философии. А вот адвокат и оратор, он был выдающийся. И речи его сохранились до нас во множестве. И одна из этих речей – это речь в суде в защиту Флакка, который был прокуратором в Сирии, то есть финансовым чиновником в провинции Сирии. И в качестве финансового чиновника он арестовал так называемое еврейское золото. Еврейское золото – это был добровольный налог, который собирали евреи, добровольные взносы на поддержание Иерусалимского храма. Так же, как сейчас евреи, христиане, мусульмане собирают пожертвования и просто люди, не принадлежащие к религиям, так и тогда собирали, но евреи собирали в упорядоченном порядке. Собирали они по 2 драхмы или по половине шекеля на каждого мужчину, начиная с 20 лет, включая рабов. Нет, рабов не включали. Были отпущенники исключения. Значит, вот они собирали эти деньги и вывозили их в Иерусалим. А Иерусалим в это время был вассальным Риму. То есть он не был еще частью Римской империи, но это было вассальное княжество. Так вот, якобы Сенат несколько раз уже принимал постановление о запрете вывоза золота. И якобы, руководствуясь этим запретом, это золото
то есть вот флаг конфисковал. Соответственно, естественно, на него евреи пожаловались. Суд. И идет защита. Цицерон защищает флаг. И как же он защищает? Когда от имени иудеев, 67-й параграф, стали ежегодно из Италии и всех наших провинций ввозить золото в Иерусалим, флаг издал указ, запрещающий такой вывоз из Азии. Разве можно судьи не воздать ему за это справедливую хвалу? Строго запретить вывоз золота, подобное решение Сенат и прежде часто принимал. В мое консульство тоже, говорит Цицерон. Оставаясь привержены нашей твердости, мы должны были воспротивиться этому варварскому суеверию. Опять у нас понятие суеверия, суперстицию. А не роняя нашего достоинства, поставить государство выше иудейской толпы, бушующей порой в наших собраниях. Оказывается, в римских собраниях в городе Риме бушует иудейская толпа. Ни больше, ни меньше. В 66-м году до нашей эры где-то, да? Это было в высшей степени благоразумно, как, впрочем, многие другие эти решения. Таким образом, мы извлекаем оттуда представление о том, что иудейская толпа бушует в римских собраниях. И следующий человек, к которому мы сейчас обратимся, это Луциан из Сенека, великий философ, действительно великий философ уже, писавший в первом веке нашей эры. Умер он в 65-м году нашей эры, точнее, не умер, а вынужден был вскрыть себе вены после того, как его бывший воспитанник Нерон приказал ему сделать это. Значит, он был воспитателем Нерона, он, так сказать, советовал ему избавиться от мамы, и Нерон убил собственную мать. Он сделал блестящую карьеру и нажил огромное богатство. Его упрекали в том, что ты проповедуешь как бы безразличие к имуществу, а сам вот копишь такие огромные деньги. Но он был блестящим философом, ему принадлежат знаменитые письма Луцилию, где он как бы рассказывает все эти замечательные вещи. И вот мы обращаемся к нему. Это страница 435-я. Да, и нам нужна 432-я страница. Mm-hmm. Значит, это отрывок из трактата Августина Блаженного. Это отец церкви, знаменитейший, живший в конце 4-го, начале 5-го века. Этот трактат называется «De superstitione», то есть «О суеверии». И Августин пишет, что в числе других суеверий гражданской теологии он, то есть Сенека, порицал также обряды иудеев, а более всего субботу, утверждая, что соблюдать ее вредно, мол, вводя по такому седьмому дню в каждую седмицу, они тратят впустую почти седьмую часть своей жизни, а не делая вовремя неотложные дела, часто причиняют вред самим себе. Мы еще вспомним потом, как они причиняют вред. Но надо сказать, что суббота – это была одна из тех вещей, которые так привлекали греков и римлян в иудаизм. Ибо впервые она устанавливала вот такие регулярные, через короткий промежуток, нерабочие дни, что было очень важно для трудящегося населения и Италии, и прочих областей. Высказываясь об иудеях, он говорит: «А между тем,
обычай этого преступнейшего народа возымел такую силу, что принят уже по всей земле. Побежденные дали законы победить. Вот эта знаменитая фраза «побежденные дали законы победить». То есть евреи, которые были побеждены к тому времени римским оружием, да, они были, Иудея уже была римской провинцией. Уже была римской провинцией при Нероне. Они дали законы победителям. И что же это за закон, который они дали победителям? Номос по-гречески, а по, на иврите, как этот закон называется? Ну, ребят. Тора. Они дали закон победителям. Мы можем посмотреть таким образом, какие стереотипы сложились среди просвещенных греков и римлян касательно евреев. Еще до всякого распространения христианства. Давайте их суммируем. Что это такое? Что приписывали евреям прежде всего? Влияние на жизнь империи, чрезмерное влияние. В чем оно выражалось? Во-первых, в якобы заседаниях и активном участии евреев в встречах. То есть еврейская толпа бушевала в судах и в народном собрании, так? Да. Потому что если они, допустим, были вольноотпущенниками и освободились, то они становились римскими гражданами и могли голосовать, так? Это первое. Еще что? В обвинение в том, что в прозелитизме, к призыву. В прозелитизме. Они обращали в иудаизм римлян. Так? Это второе. Третье что? Вывоз денег получается. Вывоз денег. Тоже очень важная вещь. Еще что? Получается, показывают своим примером, что, за счет шаббата, что можно, получается, не работать, то есть утрата времени впустую. Так. Еще что? Суеверие. Евреи страшным образом суеверны. Евреи суеверны. Пример суеверия — шаббат. Вера в чудеса. Их религия есть зловредное суеверие. Когда в 80-м году император Домициан запрещал христианство, то он назвал христианство еврейским суеверием. С точки зрения Домициана, он не понимал, где евреи, где христиане, в общем, не видел большой разницы. Для него это еврейское суеверие. Вся эта религия – суеверие. С точки зрения Библии, суперстицию, а не религию настоящую. Это стереотип, сложившийся в головах Библии. Теперь очевидно, что римляне встретились с евреями гораздо позже, чем греки и тем более египтяне. Те стереотипы, которые сложились в головах просвещенных римлян на рубеже христианской эры, они, конечно, имели корни в египетских и римских стереотипах. И вот к этим корням мы попробуем обратиться. Вопросы какие-то у вас есть, ребят? Нет. Понятно все, да? Угу. Попробуем мы обратиться к этим корням. Прежде чем обратиться к этим корням,
Давайте предположим, какие народы прежде всего, раньше всего столкнулись с евреями, и с какими из них у евреев были конфликты. Еще до греков. Еще до греков? Египтяне. Египтяне. О чем мы читаем хотя бы в Библии. И в Библии мы уже имеем такой, опять-таки, стереотип, когда евреи появляются в виде рабов, затем в виде раба Иосифа. Затем Иосиф становится премьер-министром при фараоне, приглашает своих родичей пожить на востоке Нила, то есть дельты Нила. А потом, когда умирает Иосиф и его фараон, появляется фараон, который не знал Иосифа, евреев превращает в рабов, заставляет строить города припасов, заставляет бросать своих детей в Нил, после чего совершается исход. В ходе этого исхода на Египет обрушиваются 10 казней, в том числе и такая страшная казнь, как смерть первенцу, включая старшего сына фараона. Да? Тяжелые воспоминания в Библии. Можно предположить, что такие же воспоминания были и у египтян. Так? И вот мы обратимся к этим воспоминаниям. Но прежде чем мы обратимся к этим воспоминаниям, мы попробуем понять, что могли думать о евреях греки еще до того, как они повзаимствовали египетские представления. И для этого у нас есть совершенно замечательные авторы. Это Гекатей Абдерский, Мегасфен и Клеарх Иссол. И сначала мы обратимся к Клеарху Иссол, 47-я страница. Нашли? Да. Да. Он считался учеником Аристотеля. И якобы ему Аристотель рассказывал о встрече с каким-то евреем. И вот что пишет Клеарх на 50-й странице. Так Клеарх, который был учеником Аристотеля и не имел себе равных среди философов перипатетической школы, в первой книге о сне говорит, что его учитель Аристотель рассказывал о некоем иудейском муже, причем передает подлинные слова Аристотеля. Вот что им написано. Мы пропускаем какое-то время. Тот человек был родом иудеи из Килисирии. Килисирия – это иудеи, собственно, есть. Жители тех мест ведут свой род от инских философов. Между тем, говорят, у индов философов называют каланами, а у сирийцев – иудеями. А имя свое они получили по месту, ведь место, где они живут, называется Иудеей. Название города весьма мудренное и так далее. Этот человек у многих пользовался гостеприимством и был эллином не только по духу, но и по, не только по языку, но и по духу. Мы имеем тут какую-то гремучую смесь, непонятно чего. Оказывается, у индийцев философы называются каланами, а у сирийцев философы называются греками. Ну, а у греков философы называются философами. Это понятно, да? И что касается каланов, то, очевидно, это брахманы. Просто Александр Македонский, когда он оказался в Индии, значит, он там беседовал с каким-то брахманом, которого звали Калан. Отсюда эта путаница. Почему иудеи оказались философами у сирийцев, как вы думаете? Откуда такое странное мнение?
Чем они отличались от просто сирийцев, что заставило их считать философами? Чем иудаизм отличался от всякого рода сирийских культов? Типа там Баала, Эли и прочих. Монотеизмом? Ну хорошо, монотеизмом. Почему из этого надо делать философию? Может быть, назвал еще философами, потому что у евреев есть Тора, которую нужно трактовать. Учение. В иудаизме есть учение, чего решительно не было у всех этих товарищей, да? Которые они непрерывно изучали, трактовали, как философы. И что касается монотеизма, здесь важно даже не только то, что Бог един, а то, что его нельзя ни изображать, ни видеть, ни даже называть его имя. То есть Бог такой абстрактный, как с точки зрения греков, да? Греческих философов было представление о том, что все эти мифы о богах, они на самом деле просто сказки, а на самом деле Бога нельзя увидеть, Бог не материален, и Бог един. Это понятно, да? Евреи как-то совпали в этом смысле с философией, и было легко причислить их к философам. Абсолютно позитивное представление об евреях. Да? И что самое забавное, что этот самый еврей, который встречает этот самый Аристотель, он грек по духу и по языку. В этом очень многое сказано, этим очень многое сказано о представлении греков о самих себе. Греки считали себя абсолютно отличными от варваров. Не только по языку. Во-первых, по языку, потому что у них есть язык, а варвары только могут барбар. То есть они немцы, они не мы, они могут только бормотать. А настоящий язык – это греческий. А во-вторых, потому что дух эллинский совсем иной – это дух свободных граждан, дух исследовательства, которого нет у варваров, потому что они рабы все. То есть северные варвары – бандиты, а южные варвары, типа сирийцев, – рабы. Из этого не следует, что варвар не может стать эллином. Но для этого ему надо проникнуться эллинским духом. Или родиться уже с эллинским духом. Такого представления о себе не было ни у египтян, ни у персов, ни у прочих имперских народов. Только у эллинов. Поскольку эллины действительно создали свободное общество, эллины создали философию, эллины создали науку, и эллины реально не были рабами своего владыки. В отличие от азиатских народов. Да? Они были свободны. И вот с точки зрения Аристотеля в рассказе Клеарха, этот самый иудей был свободным, он был по духу и по языку эллин. Вот я думаю, что на этом мы сегодня остановимся на такой недоуменной ноте. И в следующий раз, вам в следующем разу обязательно надо скачать послание Аристея. Вы получили его, скачали? Получили. Скачайте его. Мы начнем заниматься, мы будем продолжим с антологией, с которой мы сегодня работали, и, возможно, уже сумеем начать работу с посланием Аристея, пусть она у вас тоже будет, да? Вот. Вопросов у вас никаких нет по сегодняшнему дню? Нет. Я записываю... Пока... А? Пока нет. Я записываю наши занятия, и, соответственно, я попробую повесить их сейчас онлайн, сайт ИСА онлайн. Знаете доступ к этому сайту? Ну, если честно, мы впервые слышим о подобном. Значит, вам надо будет выйти на этот сайт. Все, я вам пришлю, соответственно, ссылку. До следующих встреч, до свидания, ребята. Спасибо большое. Нет, за что. До свидания. До свидания.